Я уверен в этом. Нападение будет, как бы, это неизбежно. Единственный вопрос, когда это будет. В нашей стране была угроза начала боевых действий. То есть мы, вся страна у нас опасалась, все мы боялись, что Россия проявит агрессию, и у нас начнется полномасштабная война, полномасштабное вторжение. Соответственно, многие мужчины в нашей стране решили приобрести себе оружие. Ну, за последний месяц на 20% увеличилось. De wapenverkoop stijgt door het plafond. Het meest verkochte wapen in deze zaak is de Kalashnikov, gevolgd door de Amerikaanse R-15. En die kan dodelijk zijn tot op een afstand van 300 meter. Кто-то должен ведь защищать свой город, свою семью, свою улицу. То есть это для ближнего, ну, минимально ближнего, ближней самозащиты. То есть это для защиты дома, там, для защиты в машине, для любой конфликта и как бы не самой короткой ситуации. Если о Киеве, то это первым делом вывести свою семью и близких на безопасное и безопасное место. Это первым делом, это эвакуация родных и близких. И у нас такой сосед, который, к сожалению, понимает только силу. То есть любые, вы сами видите, любую политику, то любые санкции на сегодняшний день, по большому счету, на него не действуют. То есть любые переговоры с любыми странами, даже такими, как Америка, по-мирному ни к чему не приводят, к сожалению. Вот чем быстрее это все начнется, тем быстрее это все закончится, тем безопаснее будет нашим детям. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je meer van dit soort video's zien? Download dan onze app of kijk op onze site rtlnieuws.nl.